руки. Поэтому можно просто. Поэтому не кричат, не требуют. Уже спокойно, просто сидят. Наблюдают, как завтракают остальные. Да? Через. Начинки любят. Творог я, конечно же, попробовала. Это тот самый сливочный вкус. Так что Валя порадовала тоже ребяток. Настя тогда нам подарила этот творожок. А сейчас Валя. Целый таз. Вот так кому сказать, никто не поверит. Тазами собачки едят творог. Причем настоящий, натуральный. Очень вкусный. Чё скажешь? Ну, вкусный. Кефир весь выехал, теперь творог бегает. Просто мой путь.